Сегодня 1 апреля. Это вход в бункер. Выпуск еще не начался, а я уже запыхался, однако здравствуйте. И в честь 1 апреля я вас разыграл. Это был не бункер, это был мост. Вот здесь мост начинается. Вот там вот. Ну вот здесь я благополучно залез. И вот туда я сейчас направлюсь, в самый конец. Ну и как можно заметить, меня ждет вот это вот, вон то, ну и где-то там еще что-нибудь. Хочу, кстати, кое-что показать. Залезть на мост было непросто, да и не об этом. Короче, хочу показать звук. Не знаю, получится ли он на фотике, но чем черт не шутит, сейчас попробуем. Так, вот через эту хрень я залез. Так, вот оттуда. В общем, вся суть в звуке. Тут любой звук отражается многократным эхо. Ну, к примеру, вот так. По-моему, это охренительно. Не знаю, зачем я сейчас это снял, но просто поделился впечатлением. Сейчас 12 часов. Шел до этого места от электрички примерно минут 40. А электричка обратно у меня в 17.45. В итоге мне где-то 3 часа надо поснимать. Целый час для того, чтобы прятаться от всяких там нехороших человеков. Вот. На этот мост и нельзя залезать. Вот. Так что мне, грубо говоря, повезло, что я сейчас иду и спокойно снимаю. И надеюсь, я не буду слишком сильно уставший в конце. И за 40 минут я дойду до поезда и не опоздаю. Иначе мне придется на платформе торчать 3 часа. Чего бы мне не хотелось. Из еды у меня всего с собой одна лепешка. Потом минут 10 назад я осознал, что не взял с собой воды. Соответственно, у меня сегодня будет жесть, а не обед, короче. Куда я трачу свои выходные, вообще непонятно. Ну вот, мои первые шаги здесь, на заброшенном заводе. Так, наверное, начну отсюда. Здесь нужно вести себя потише. Жесть какая-то. Тут столько звуков. Я увидел лестницу, надо забраться повыше. Нужно для этого пересечь цех. Вот там вход.
в столовой. Казалось бы, самое подходящее место, чтобы поесть. Но нет, здесь слишком грязно. Не буду. Сейчас мы с вами наблюдаем место, где, очевидно, ученые Третьего Рейха начали создавать и испытывать свои летающие тарелки. Тут у них, правда, что-то не получилось. О, а тут, видимо, один из них отбросил коньки. Вот там второй. Ну да, создание летающих тарелок, очевидно, ни к чему хорошему не приводит. Здесь все приблизительно то же самое, что и в первом цеху, в котором я был. Вот. Вот-вот-вот. Вот так. Но я предлагаю посмотреть на это с точки повыше. Вопрос, как это сделать. Очевидно, нужно найти лестницу. Не спрашивайте, как я сюда попал. Это дикое позорище, я не смог лестницу найти в элементарном месте. Вот. А, ну да, это крыша того цеха, где делали летающие тарелки. Ну, типа. Так. А вот это то, что меня интересует. Куча железа, которого так не хватает нашим школьникам в организме. Так. А как она мне еще на бушку не свалилась? Я думал, было бы не очень забавно. Под ногами что-то мягкое. И, естественно, мокрое. Лестница наверх, но лезть туда нет никакого смысла. Ну, а теперь можно прогуляться по подсобным помещениям. Но оно здесь одно.
Ну, можно в лифте прокатиться. Только не стоит этого делать. Все выдумано. О, мне туда. Ой, так, вот тот самый цех, в котором я все еще нахожусь, самого-самого верха. К краю лучше не подходить, тут могут быть обрушения. Вот. Я сейчас пойду по наклонному ходу вниз. Прочный он или нет, не узнаю, пока не попробую спуститься. Так, ну тут уже есть какое-то подобие лесенки. Провал. Далеко лететь, если что. Поэтому с каждым метром, с которым я спускаюсь, падать мне все меньше. И пока я спускаюсь, минуточка бреда. Я тут вот что подумал. Скачиваешь приложение на телефон. Смотришь видео в интернете. И везде выскакивает реклама. И тут я подумал, что мы, люди, такие все лохи. Потому что, смотрите, человек придумал рекламу, а потом придумал такую тему, что либо ты смотришь рекламу до конца, что всех бесит, либо ты платишь деньги за то, чтобы ее не смотреть. Ну вот как с приложениями на телефоне, типа, хочешь отказаться, купи полную версию. Это же такой пипец. То есть придумали ненужную нам вещь, которая даже не наша, но мы покупаем не ее, а мы покупаем то, чтобы у нас ее не было, это даже не сформулировать. Не, ну если вдуматься, то я как бы прав. Как тут не формулируй. Вот. Минутка бреда закончилась. А этот наклонный ход еще не закончился. Здоровенный, блин, длинный. Вот этот цех, на фоне которого я стою, самый охреневший по размерам. И сейчас вы это увидите. Понятно, почему йогурты скелетоны больше не продаются. От них получаются такие скелетоны. Вот эта вот балка очень плохо стоит. Я бы даже сказал, она висит на одном болте посередине. Поэтому, ну нахрен, сваливаю. Хотелось бы теперь найти лестницу наверх. Уж очень хочется. Сектор приз на барабане.
Солнце, мать ее! Все, выше некуда. Я на самом верху цеха. Тут везде дырки в полу. Надо ходить аккуратнее. Ага. Так, если взяться здесь. Ага. А имеет ли это смысл? Нет, смысла это не имеет. Пролет отсутствует. Ну ладно. Так, спущусь-ка я тогда пониже вот туда. Так, тут дырка в полу еще больше. Поэтому ходить надо еще более аккуратно. Ну-ка, прикольная тема. Бывает. Блин, как тут ходить-то? Тут же все разваливается. Мне не очень хочется оказаться на первом этаже за 2 секунды. Фига себе. Я даже не уверен, что этот маленький камушек приземлился. Если и приземлился, то я этого, ну, точно не услышу. Так. Вот это было стрёмно. Пожалуй, надо повторить. Да. Хоть какой-то экшен. Так. Когда же я дойду до того чистого места, на котором я хотел посидеть? Фига, у них там на заводе перебор какой-то. Фига. У меня так делает собака, когда очень хочет туалет. Шутка, самозмейка. Ух ты, нифига себе.
Тут можно и в пропасть провалиться. А я, повторюсь, не очень этого хочу. Так, ладно. Теперь. Школа черепашек, ниндзя, мать их. Блин, вон оно место. Как я его мог пройти? А как туда забраться-то? Вот здесь точно не пройти. Нахрен все обвалится. Не, я так не играю. Давай обратно. Если коротко описать это место, где я сейчас нахожусь, то это середина всей этой территории заброшенного завода. Здесь самое высокое здание. Вот верхняя точка. Вот оттуда, с зеленого моста, со второй опоры я начинал. Потом вот тот оранжевый цех, который низенький такой, рядом с большим зеленым. Ну и дальше вы все видите сами. И это еще не все. Здесь еще несколько зданий, которые нужно посетить. Я тут на диком поле. Ну, кого это волнует, когда я уже здесь? Двигаем дальше. Я еще камеру не выключил, блин. Где эта кнопка? Я в еще одном здании. В соседнем с тем, в котором я сейчас был. Так, и я пока не знаю, что мне это дает. Кроме горы мусора. Да, совсем здесь не весело. Так, тут можно попасть вот на ту штуку. И по этой штуке попасть в соседнее здание. А из соседнего здания я попаду вон в то здание. А из этого вон в то, а там уже выйду. Гениально. Миссия найти лестницу еще раз. Сегодня, как я понял, мне на лестнице не везет. Так что если ее сейчас не найду, и если лестница не здесь, это будет обида. Надо же, лестница. Я на месте. Не шуметь. Так, там погрузка какая-то идет. Ну-ка. Так, ну вот эти стекла возят. Тут везде расставлены бутылки этого стекольного завода. Они прям заполонили здесь все. О, смотри. О. Вот там на самом верху я сейчас был. Так, идем.
Какой все зеленый. Ну вот оно, следующее здание. Здесь вообще пустота дикая. Так, и сейчас едет машина, мне нужно спрятаться вот сюда. Как-то так. Вот что бывает, когда очень много ешь в Макдональдсе. Тебя просто не выдерживает бетонная лестница. Песочек, как на пляже. Так. Вот здесь не то чтобы пусто, здесь даже недостроенное здание не достроили. Вон. Нету даже пола. Зато есть лестница. И мы сейчас туда сходим. В общем, на этой пустой серой ноте я заканчиваю этот выпуск. Сразу хочу извиниться, если что, потому что фотик у меня новый, я больше не снимаю на то поцарапанное убожество. Вот, теперь у меня другой фотик, соответственно, будет другой цвет картинки, другой звук. Вот это меня волнует больше всего. Я вообще не знаю, где здесь микрофоны. Единственный плюс, фотик водонепроницаемый, что можно было заметить, когда я подставлял объектив под падающие сверху капли. Вот. Сейчас еще кое-что покажу и, наверное, все, потому что смотреть тут больше нечего. То здание, в которое я хотел сходить самым последним, его сейчас сносят, точнее, там уже не осталось того, что сносили. Ну вот напротив из окна я вижу вот это вот. Это вообще жесть. Хороших вам объектов, хороших мне объектов, частых посещений, интересных выпусков, и чтобы их было тоже побольше. Все, пока. Я увидел лестницу, надо забраться повыше. Нужно для этого пересечь цех. Вот там вход. Я в столовой. Казалось бы, самое подходящее место, чтобы поесть, но нет, здесь слишком грязно. Не буду.
Сейчас мы с вами наблюдаем место, где, очевидно, ученые Третьего Рейха начали создавать и испытывать свои летающие тарелки. Тут у них, правда, что-то не получилось. О! А тут, видимо, один из них отбросил коньки. Вот там второй. Ну да, создание летающих тарелок, очевидно, ни к чему хорошему не приводит. Здесь все приблизительно то же самое, что и в первом цеху, в котором я был. Вот. Вот-вот-вот. Вот так, вот так. Но я предлагаю посмотреть на это с точки повыше. Вопрос, как это сделать. Очевидно, нужно найти лестницу. Не спрашивайте, как я сюда попал. Это дикое позорище, я не смог лестницу найти в элементарном месте. Вот. А, ну да, это крыша того цеха, где делали летающие тарелки. Ну, типа. Так. А вот это то, что меня интересует. Куча железа, которого так не хватает нашим школьникам в организме. Так. А как она мне еще на бушку не свалилась? Я думал, было бы не очень забавно. Под ногами что-то мягкое. И, естественно, мокрое. Лестница наверх, но лезть туда нет никакого смысла. Ну, а теперь можно прогуляться по подсобным помещениям. Но оно здесь одно. Ну, можно в лифте прокатиться. Только не стоит этого делать. Так. Все выдумано. Мне туда. Ой, так, вот тот самый цех, в котором я все еще нахожусь с самого-самого верха. К краю лучше не подходить, тут могут быть обрушения. Вот. Я сейчас пойду по наклонному ходу вниз. Прочный он или нет? Сегодня 1 апреля. Это вход в бункер. Выпуск еще не начался, а я уже запыхался, однако здравствуйте. И в честь 1 апреля я вас разыграл. Это был не бункер, это был мост. Вот здесь мост начинается. Вот там вот. Ну вот здесь я благополучно залез. И вот туда я сейчас направлюсь, в самый конец. Ну и как можно заметить, меня ждет вот это вот. Вон то. Ну и где-то там еще что-нибудь. Хочу, кстати, кое-что показать. Залезть на мост было непросто. Да и не об этом. Короче, хочу показать звук. Не знаю, получится ли он на фотике. Но чем черт не шутит, так попробуем. Так, вот через эту хрень я залез. И так, вот оттуда.
В общем, вся суть в звуке. Тут любой звук отражается многократным эхо. Ну, к примеру, вот так. По-моему, это охренительно. Не знаю, зачем я сейчас это снял, но просто поделился впечатлением. Сейчас 12 часов. Шел до этого места от электрички примерно минут 40. А электричка обратно у меня в 17.45. В итоге мне где-то 3 часа надо поснимать. Целый час для того, чтобы прятаться от всяких там нехороших человеков. Вот. На этот мост и нельзя залезать. Вот. Так что мне, грубо говоря, повезло, что я сейчас иду и спокойно снимаю. И надеюсь, я не буду слишком сильно уставший в конце. И за 40 минут я дойду до поезда и не опоздаю. Иначе мне придется на платформе торчать 3 часа. Чего бы мне не хотелось. Из еды у меня всего с собой одна лепешка. Потом минут 10 назад я осознал, что не взял с собой воды. Соответственно, у меня сегодня будет жесть, а не обед, короче. Куда я трачу свои выходные, вообще непонятно. Ну вот, мои первые шаги здесь, на заброшенном заводе. Так, наверное, начну отсюда. Здесь нужно вести себя потише. Жесть какая-то. Тут столько звуков.